Вот сегодня у нас 7 сентября. У нас два арбуза. За какой голосуете, чтобы... Большой. Маленький? За большой. Это Людмила Анатольевна дала. Пинчук. Увидела, что мы тут работаем. А то сколько он в диаметре-то? А? В диаметре сколько? В диаметре? Да. Сейчас мы точнее узнаем. Как тыква настоящая. Это здесь местный вырос. Ладно, уточнять, давайте лоб. 22,5 сантиметра. Ой-ой. Уточним. Вот Мирка. Глаз на Карпас. По каким меркам мерите? По пальцам. По животным. Сколько нас здесь? Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Шесть? Семь. Семь. Надежды Васильевны-то нету. Но она не пришла, за нее я. Это не то, что нитратные нам продают у дороги. Это свои. Нет, я хорошо. Когда из города привозят, угощают кого-то, я никогда не беру. У нас тут Плотниковы были, они уехали в Грецию. Купили. Хорошая идея. Тихо. Что-то все время кто-то тарахтит и тарахтит. Знания распирают, видно. Пожалуйста, не знаю, где высказать. Дальше я уже рассказывать никогда не буду. Хочу, чтобы вы слушали того, кто тарахтит. Он много знает. Там, может, пользу больше будет. Так, что тут получилось у нас? Это, говорит, мне. Ой, ложки нету, вот плохо. О, нож упал. А вот теперь мне надо разрезать на 86 ровно. Там в доме-то есть ложки? Да, и ладно. В доме есть. Семена можете вот туда бросать. В тазик. Нет, семена это хорошие. Это астраханские. Семена в тазик бросайте. Ай. Семена в тазик бросайте. Тазик, ну, пускай. Я не возражаю. Так. Это у нас получается 4, а так 8. Сейчас я вот эту вот одну половинку отрежу. Получится одна лишняя. Это не просто так делись. Ну вот это решайте, кому дать. Самый большой. Берите. Сергей Павлович. Сергей Павлович. Не, на две половинки там. Ну, может поменяться. Давайте поменяемся. Решайте. А, сейчас. А, у кого больше? Это по-нашему, да? Так. Вот это вот делай пополам. Ну, в одну сюда, другую сюда. Вот а вы. Матушки очень тонкий напросит. Тонкий. Маленький. Ну давай, где он? 1 миллиметр. Видишь, какие? Пока бы за столом сидели, это было бы больше пользы. О, силище какая. У тебя улетит в грязь. Давайте порежу. Все. Гремит. Гроза идет. Успеть по избу. Ага. Картошку надо собирать. Картошка никуда не денется. Уже все. Нам не успеть. Раз гремит. Высохнет. Так это, туда идет. Туда идет. Облака идут туда. Бояться нечего. Какие у нас метеоцентр хороший. Так. Вот это вот кому? Самый маленький, давай мне. Давай. Порежь.
Кого? Ты тот еще не съел? Нет. Я пытался... Вот, да, откуда ветер? Самый маленький, самый тоненький. Да. Вот тебе, на. Вот, спасибо. Хорош? Хорош, хватит. Ветер оттуда дует. Так, кому? Дядь Володь, конечно. И вам. Угу. Ну ладно, все тогда. Заканчиваю. А кому еще не дал? Вроде все. Как все отдал? Значит, сумел сэкономить. Что? Ставите. Ну все, я заканчиваю. Слава тебе, Господи наш, слава тебе.